только что отличился. Было 13 набранных очков. Зубков развернулся, перехитрил сейчас Владислава Микульского. Еще в кадр попадут болельщики «Зенита». Ну а Трент Фрейзер еще одну свою треху заряжает. И снова он оказывается точно. Снова на Дублевича. Кушенко против него. Но Боину все нипочем. Хозяева. Красев. И его три ответная также точна. Не самый низкий в команде, но один из худших. Он подлежится дальних попыток. Винскантер. На паркете. Первый, второй номер. Ну а здесь позабыли Кайла Курича. И это первые набранные очки. Можно все-таки поберечь свои силы. Винс Хантер сверху с одной руки колоти. Фрейзер ищет возможность сам пойти под кольцо. Навес на Винса Хантера. Это лучший эпизод матча. Какой алюп. Взрывоопасный. Дублевич продавливает. Постепенно заходит в трехсекундную зону. Разворачивается полукрюк. И два очка в кольце. Хоть Минску и удается вроде бы набирать очки в нападении, но в защите снайперы «Зенита» работают исправно и пополняют. Фрейзер очень юрко, быстро, молниеносно. Вот этого не хватает, естественно, Мотовилову. И вот действует Герасимов очень издали. Попадает Тимофей. Одна из самых дальних трех в этом матче, похоже, была у Трента Фрейзера.